Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Куриный бульон, несмотря на свою кажущуюся простоту, остается хитом кулинарии. И правильно его приготовить, чтобы он был красивый, прозрачный, очень вкусный, правильно его приготовить, в принципе, довольно трудно. Поэтому в своих видео я и буду рассказывать различные секретики по приготовлению идеального мясного бульона. При нагревании и закипании будущего бульона очень важно не прозевать вот этот момент закипания и, так сказать, образование пены. В этот момент, когда вы уже видите, что вот-вот начнет, так сказать, скоро закипать, а также уже небольшие фракции пены начинают подниматься, вы должны уже более прикрутить пламя и уже на среднем огне начинать снимать осторожно пену. Потом пена все прибывает, вы ее осторожно все снимаете, раз, и бульон закипел. Он уже не будет супер булькать, потому что вы как бы его заранее прикрутили. А пену вы уже как бы долгое время собираете. Тогда она не будет огромным куском сразу как бы появляться. Все, когда полностью собрали пену, это происходит примерно через 2-7 минут после закипания, в зависимости от того, сколько в мясе было крови и так далее. Вы потом прикрутили все, пену всю собрали, теперь можно добавить соль и различные овощи. Спасибо за внимание, смотрите и другие мои советы для кухни и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему.